Всем привет, мои дорогие, с вами снова Ниагара. Мы продолжаем играть в эту чудесную игру Unravel. И первый уровень прошли. Это было путешествие по дворику. Вот она. Одна пуговка из пяти, мне написали. О, как жаль. А потом, видимо, их можно вот так украшать. То есть, видите, одна еще там не найденная. Я так понимаю, что вокруг на рамочку это потом все дело можно прилепить. Ну что, у нас есть вот такая фотография с моря, да? Наверное, пойдем на нее. Ух ты, потом куда нам можно будет наверх, там еще фото. Сколько здесь уровней, я пока не знаю. Потихонечку, я думаю, мы их будем проходить. Здесь будут головоломки, я так читала немного об этой игре, не всегда самые простые. Надеюсь, сильных затупов у меня не будет. Постараюсь, конечно. Пока вроде как с управлением я разобралась. Ух ты! Шишечки. Музыка сменилась, уже не такая, как в первой части, беззаботная, но все равно все чудесно. Дети играли змеем воздушным. Воспоминания забираем это, да. Мы должны помочь нашей пожилой даме вспомнить, может быть, все это. Подожди, здесь не получается залезть. Так. Угу. А неужели ты не можешь туда докинуть? Нет, не может, конечно. Упс. Тебе то яблоки падали на голову, то сейчас банка. Ой! Так. Я наверху. Это что? Так, подожди. Ага, мне так не докинуть. Подожди, а я могу, наверное, вот сюда. Так. Ух ты! Стоп. На всякий случай тут привяжемся. Нет-нет-нет, ты уже отвязался, дорогой. Так. А если потянуть? Да? Нет, ничего не получается? Не получается. Так, тогда давай думать, для чего я это сделала. Оп! Мы могли бы здесь сделать батутик, потом подпрыгнуть, там зацепиться, я думаю. Ну-ка. Давай пробовать. Так. Стоп. И не получилось. Давай наверх. Заяц, сейчас посмотрим, как это действует. Так. Опа! Класс, да. Я наверху. Как раз у меня прямо уже проблема. Угу. Заканчивались нитки. Теперь наверх. Наверх я, судя по всему, должна там попасть как-то на этого змея. Так, мы можем залезть? Мы можем, конечно. Упс! Тихо! Ты не разбился, я вовремя успела нажать. Оказывается, там ветка кончилась. Так. Окейшки. Как же нам туда попасть? Думай. Так. Думай, думай, малыш, думай. Здесь делаем батут, наверное. Делаем батут, чтобы туда подпрыгнуть. Так. Потому что иначе я тут не вижу больше никаких зацепочек. Слушай, а ты доберешься? Что-то я уже переживаю за тебя. Ну-ка, давай, давай. Нет! Нет! Не можешь? Еще чуть-чуть. Парень, вот. Отлично. Класс. Ну что, полетели? Тихо. Тихо, тихо. Так, мы можем им управлять. О, господи, аккуратно. Тихо.
Не разгоняемся. Давай наверх. Упс! Нет! Нет! Как так-то? Ура, как сложновато здесь лететь-то, я вам скажу. Не самое простое, как кажется. Ап! И мы немножко не долетели, там уже я видела моточек. Вау-вау-вау-вау, полегче. Полегче летим. А на заднем-то плане как все красиво. О, аккуратно. Не могу понять, как он тут разгоняется, как тормозит. Эй, нет, взлетай. Ха-ха. Ох, тебя заболтал-то. Ярни, у нас еще тот пилот. Подожди, подожди. Вот, все, приехали. Класс. Я немножко не долетела в первый раз. Действительно, совсем чуть-чуть. Так, ну что, мы тут давай попробуем спрыгнуть. Это что? Нам зачем-то нужен здесь батутик? Для чего? Пока непонятно. Подожди. Дай-ка залезем наверх. А если я спущусь вот тут? Аккуратненько. С этой стороны. Так. А может быть там была пуговка какая-нибудь? Как вариант. Почему бы нет? Хм. Так-с. Ну, с этой стороны не видно, конечно. Давай попробуем спускаться вниз. Шишка, по-моему, тут свалилась. А, вот оно что. Я там могу намотать клубочек. Так, привяжись вот тут. Вот. И попробуем допрыгнуть. Так, давай, малыш, у нас получится. Так, что-то ты как-то опустился вниз. Давай. А, давай, давай, давай. Оп, здорово. Здорово, не очень просто, но здорово. Давай. Теперь выходим мы, наверное, на самый берег. Такое путешествие по лесу заканчивается. Шишки мне зачем-то опять тут нужны. Пока не знаю. Ага, поняла. Так, ну сколько мы сможем тащить за раз? Давай вот так. Такая же у нас была ерунда с яблоками. Так что давай. По 4 шишки таскаем. Класс. И вот это вот он еще нам тоже пригодится. Ну-ка. А может быть и нет, но... На всякий случай прихвачу. Я уже слышу, как волны бьются. Мы уже где-то тут на берегу, совсем рядом. Так, ну-ка. Нет, еще не запрыгну. Мне нужны вот эти шишечки. Так, давай. С нее-то должны попасть наверх. Вот. Готово. Так-с. Внизу у нас крабик. Какой-то он недружелюбный. Опа. Поэтому не стали мы к нему лезть, собственно. Так, подожди. А внизу что я могу взять? Упс. Внизу я могу утонуть. А что-то я могла там взять. О, заново с шишками тема, да? Или они у меня уже там? Да, здесь все в порядке, эту головоломку уже не надо решать. Ну как головоломку, да? Здесь они разные. Шишек насыпать. Либо уже что-то посерьезнее бывает. Так-с. Подожди, там вода. А зачем мне туда? А, клубочек. Да, эта тема нужная. Упс! Нет, нет, выплывай давай! Ух, давай, сушись. Вот жесть. Давай, давай. Как же так-то не долетело-то с самого начала? Так, давай. Ух ты! Получилось.
со второго раза оно получилось. Теперь на самую дальнюю. И думаю, да, мы теперь уже сможем выбраться. Готово. Так, давай аккуратно, как скалолазы-альпинисты. Чтоб не сломать себе ничего. Упс. Все равно свалился. Так, это что у нас? Попробуем стянуть. По камушкам он, видимо, не мог залезть. Вот по бревнышку самое то. Еще клубочек. Хотя он не был у меня прямо сильно так размотан, но все равно. А зачем мне это? Кто как думает, зачем? Пока непонятно. Мостик. Так. Ага, здесь аккуратно спустились. Потом вниз. Там моточек у нас. Ага, но его затапливает. Конечно, не айс. Вот сейчас я вижу, что ты подразмотался. Давай быстрее. Ой, уходим. Это мне нужно как-то дело убрать отсюда. Ой, уходи. Сейчас замочит тебя, замочит. Ау. Так, ладно. Такой отряхнулся, как собачонок. Ух ты, пуговка. Ну хотя бы одна. Тут уж, конечно, речь не идет о том, чтобы собрать все-все. Хотя я думаю, что если собрать все-все, будет какая-нибудь ачивочка. Прикольная. Так, это что у нас? Зачем оно мне? Так, погоди-ка. Наверх. А то сейчас попу намочит. Так, а теперь нужно каким-то образом раскачаться, подожди. Давай. Вот здесь я буду стоять, да, нормально. Опс! Давай, давай, давай. Давай, дорогой, повыше. Эй! Оу, ноги замочили. Ап! Нет! Нет! Утонул! О, боже! Жесть. Вот так фейл. Ну, там можно как-то проскочить. Сейчас разберемся. Здесь не будем долго ждать, просто сразу прыжок. И тут такая же ерунда. Ну, ножки немножко подмочат, это да. Это мы в курсе. Ну давай, нет, давай. Выбирайся. Еще чуть-чуть. И опять бы утонул. Такая тема. Так, теперь нам нужно придумать, как перебраться. Как же нам перебраться-то наверх? Слушай. Здесь ты не докидываешь, да? А вот эту фигню можно подтащить? Окей. Так. Ладненько. Допустим. Так, следующее. Так, я могу забраться, да? Или нет? Но могу, похоже, взять еще одну пуговку. Так. Что я опасаюсь, что он упадет. А, нет, нет, нет. Я взяла ее. Все супер, замечательно. Теперь той же дорогой мы пойдем обратно. Вот видите, уже две пуговки, а уже у нас замечательный прогресс. Давай пойдем. Теперь нам нужно понять, как пройти туда. Так, по цепочке нельзя. Но тут, похоже, вообще никак не пройти, а там... Наверное, можно попасть наверх. Давайте пробовать. Будем пробовать. Там, по-моему, я видела
очень близко, вот, да, вот эти две штучки. Возможно, что-то типа батута мы тут можем замутить, чтобы попасть потом наверх. Так, давай привязывайся. Я вот еще в тот раз ходила и обратила внимание, что там есть дощечки. Мост-то вот как бы сломан. А здесь можно пойти дальше. Ну, что-то как-то это. Ой, подожди, что я хотела сделать. Не сразу сделала батутик. Так, пошли. А здесь снова наверх. О, каюшки. Давай. Так. Ах ты наш малыш. Ярни, подожди. Вот так. Что там у нас? Птичка. Птичка. Ой, аккуратно. Ой. Мотаем. Мотаем, мотаем. Интересно, кто нам тут еще встретится. Крабиков видели. Эй, а как я должна перейти? Полезь наверх. Птичка, может, ты мне поможешь? Спугнуть ее. Так, что мне это дало? Я могу у нее забрать вот эту мидию. Так. А, крабик туда забежал. Ой! Ух ты, крабик-то злой! Что-то нифига не дружелюбное создание. Чем тебе помешал моточек ниток? Скажи. Опа, там еще одно чудо природы. Он мне не дает клубочек забрать, да? Походу не даст. Так, а там у нас мидия это. Что мне ее вытащить? Так, что мне это дает? Пока непонятно. Дальше я не могу пройти. Ладно. Тащи. Ну, я могу отманить его, да. Единственное, сделать здесь как бы вот такую штуковину. Подожди. Примотать вот сюда. Так, вот что мне это дает. Это дает мне вот такой мост. Давай, держи. А мы можем угостить мистера краба. Так, давай. Ну что ты? Не видишь, как вкусно? Давай. Нямка, нямка. Подожди, отвязать. Потому что экономим. Хотя там же я намотаю. Ладно, не буду ничего экономить. Давай, вот. Смотри, как вкусно. Куда ты потащил? А, все, он убежал, ладно. Я думала, он сейчас пойдет обратно и снова тут станет. Чума. Так. Дальше-то как нам пройти? Как же здесь пройти? Что тут можно покрутить, да? Нет. Не крутится. В эту сторону тоже никак. То есть она у нас сделана только для батутика получается. Ладно. Тут уже три раза намотала эти нитки. Ну-ка. Давай попробуем вот так. Оп. Замечательно. Еще воспоминания. Детишки тут что делали? Ловили рыбку, возможно, или крабиков. Злостных вот этих. Вода-то какая красивая. Так, подожди-ка, успею я тут пробежать? С какой частотой прилив? Там негде встать. Я утону. Давай, бегом, бегом. Проскакал такой. Упс. Здесь похоже наверх. Привязывайся. Сейчас переждем. На самую высокую точку встану. Только ножки замочил. Так, давай тут же привязывай эту тему. И мы можем подняться наверх. Оп.
А зачем? Может быть, чтобы вот эту штуку столкнуть. Ладно. Вот она как. Подождем, может быть, пока она всплывет. Вот эта вот фигня. Ну-ка. Оп. Офигенно. И... Давай. Да, что мне это дает? Вообще не понимаю. Собственно, ничего хорошего. А, мне ее туда протащить надо. Все, ладно. Да. Поняла затею. Давай. Нам надо успеть. Так. Меня относит. Очуметь. Тащи. О, а я сейчас не утону. Ой, нет. Ой, нет, нет, нет. Почти утону. Так, вытаскивай. Ай, ой. Так, подожди. Теперь мне надо там же как-то пройти. Так. Слушай, ну... Он вытаскивает его, да? Из головы застрянь там, нет? Ага, отлично. Так, снова привязывать, да? А может быть, мне это и не надо. Сейчас посмотрим. Нет, давай, бегом! Ужас. Давай, давай, давай. Так. Привяжи на всякий случай, не знаю зачем. Сейчас посмотрим. А дальше мы как пойдем? А дальше, дальше я не вижу, как мы должны пойти. Ну тот баллон мне уже здесь не перетащить. Здесь у нас преграда. Поэтому, подожди-ка. А, вот еще один баллон. Вернее, это тот же самый, только он всплыл вот здесь. Я-то думала, что он там бултыхается. Так. Такой повис. Подожди. Эй, мне тебя надо с другой стороны толкать. Так, давай. Ага, замечательно. Поплыли. Давай, сейчас только успеть нам надо. Успеть, успеть. Вот так. Классно. Ну, преодолели, ладно. Еще один. Еще один злостный тип. Так, и что ты хочешь сказать, что ты меня здесь не пропустишь? Вау! Ух ты, а есть клеточка. Есть клетка, которую мы можем его, похоже, как-то заманить. Здесь мне не пройти. Так, ну ладно. Ага. Мне так не приподнять ее. А если тянуть? Дождика. Так я сама здесь. Там смотри, какая вкусная мидия. Давай, давай. О, нямка. Давай, давай. Смотри-ка. Ты меня боишься, что ли? Отпускайся. Давай, блин. Офигеть. Заклинило. А, нет. Что с этим делать? Офигеть. Ну-ка, если я... Оп! Сверху хотела запрыгнуть. Раз такой долбанул меня. Подожди, а как мне теперь ее опустить-то? Ну-ка. Давай попробую как-то прыгнуть наверх. Нет? Протяжок потяни. Вот-вот-вот, давай-давай. Есть. И чё, куда-то побежал? Такой смешной. Пробежал, что ли? А, такой в панике. Стоять! Вот. Интересный способ перебраться. Это что такое у нас? Какая-то штуковина непонятная, по которой я смогла залезть. Там что-то должно достаться, что ли? Ну-ка.
дальше он почему-то не прыгает. Так. Или это, подожди. Во, вытолкали, наконец. Так. Удачно пришлось пройти здесь. Получилось, вернее. Да, наматывай. Что же там у нас дальше? Нет! Нет, нет, нет. Почему? За что? Так, преодолеть мы это можем вот таким образом, да? То есть вы хотите, чтобы я здесь зацепилась? Допустим. Так. Ага, я вижу теперь, как, да-да-да. Оп! Аккуратненько сейчас пойдем вниз. Там птичка. Ну, я надеюсь, что птички не трогают клубок шерсти. Только крабы окрятся. А что подевать? Крабы, они есть крабы. О, какая огромная клетка. Что вы этим хотите сказать? Так, а здесь... Ага, внизу краб. Вижу. Причем не один. Ну, это весьма печально. Так. Ха-ха-ха. Так. Да-да-да. Упс. Нет. Почему он его так сразу убил? Ну, есть такая идея. Допустим, их сюда приманить, они побежали. Но смотрите, один все равно остался. Один все равно остался. Самый тот паразит, который меня и убивает. Так, допустим. Если я сейчас здесь спущусь. Так. Он тоже побежал, и я смогла его преодолеть. Класс. Здесь просто, короче, отвлекающий маневр, и все. Ничего сложного. Так. Дальше. Подожди, зачем я это делаю? Мне нужно открыть дверь. Я так понимаю, да? Так. Держи. Палка вот эта вот мне мешает здесь. Так. Да, как я ее уберу? Я не могу ее убрать. Эп. Так, думай. Это что такое? Обмотался. Нет, она не открывается. Что же делать-то мне, а? Так. Давай, ну уже. Так. А если привязать? Не знаю. Уже какие-то такие идеи всякие. Тяни. Давай. Нет, не надо запрыгивать. Надо как-то... Блин. Так, отмотать. Я не успеваю пробежаться. Как же натянуть-то веревку здесь? Мне совсем чуть-чуть не хватает. Так, подожди. Еще обмотаться. Вот. Ну-ка. Давай. Тяни, тяни, тяни. Вот так. Все. Ох, мне не дойти до клубочка. Давай. О, еле-еле. Так, у нас тут есть лодочка. Лодочка. А туда он далеко-то так не кинет. Так. Что мы делаем? Опять батут? Ой, подожди. Подожди, зайка. Сейчас все будет. Так. Погнали наверх. Зачем? Пока не знаю.
Что мы это делаем и зачем? Ага, дальше. Так, ну я должна же как-то перепрыгнуть. Оп! Да, наконец-то. Залез. Эй! Вау, я на лодке. Так, что мы тут можем сделать? Ну, тут только возле мотора есть зацепочка. Так, подожди. Завели. Но это нам ничего не дает. А вот это что у нас? Поднимаем наверх. Упс. Поплыли! Вау. Какое у нас прикольное путешествие. Там маяк вдалеке. Одуванчики. Все прекрасно. Опять шишки. Снова лес. Рыбка! Ух ты. Как клево. Это обозначает, что мы прошли этот уровень. Локация мне тоже очень понравилась. В саду, конечно, есть свои прелести. Такой классный летний сад. Даже теплая осень скорее. И здесь было тоже. Уже головоломки посложнее чувствуются местами, бывало. Очень классно. Сейчас посмотрим эти воспоминания, эти фотографии. Давай. Вот так они ходили к морю. Ноги. Ноги, кстати, так почему-то любят фоткать. Ноги на пляже. Под водой даже фотка есть. Может быть, крабов ловят. Ведро у них там стоит, да. Беспощадные крабы. Обижали нашего ярника. Ну все, это уже следующий уровень, который мы тоже с вами обязательно пройдем. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на канал, писать комментарии. И до скорого. Всем пока.